«Любовь моя безгранична. Прошу, умоляю вас», — выговорил наконец Старцев. «Будьте моей женой». «Дмитрий Иванович», — сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. «Дмитрий Иванович, я вам очень благодарна за честь, я вас уважаю, но...» Она встала и продолжала стоя. «Но извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Иванович, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство. Я безумно люблю, обожаю музыку. Я ей посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободу. А вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе? Продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима? Сделаться женой? О, нет, простите. Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Иванович!» Она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Иванович», вспомнила Алексей Феофилактович. «Дмитрий Иванович, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех!» У нее слезы навернулись на глазах. «Я сочувствую вам всей душой, но вы поймете». И чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной. У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно и самолюбие его было оскорблено, он не ожидал отказа, и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле.